Якщо ти одного разу полюбив гори, то це вже назавжди. Про таке захоплення, яке стало мрією усього життя, будемо дізнаватися від інструктора з альпінізму, який знає про гори усе. І бував, мабуть, на всіх можливих вершинах, підкорював. Це Андрій Філіпенко. Сьогодні в нашій студії. Рада вас бачити, пане Андрію. Я знаю, що для вас гори – це життя. І навіть містом виходите пішки. Це да, правда? Стараюсь, да, стараюсь. Чому? Потому что это один из таких небольших, но довольно простых способов поддерживать себя в форме, более чаще заниматься активным отдыхом. Конечно, мы все расслабляемся, мы ездим на машинах, а нас самое главное сейчас – это активный отдых. Це правда. І щоб не хворіти, і зберегти своє здоров'я, стати сильнішими, витривалішими. Це дуже актуально в наше время, коли ми хочемо бути здоровими, хочемо бути веселими. А, як відомо, гори – це не стільки нагрузка, не тільки спорт, це ще багатий емоціональний мир. Так. З приводу гір і того, як же туди потрапити, то ми дуже довго облюбували Крим, ми всі туди їздили, так, зараз такої можливості немає, і люди змінили напрямок, змінили маршрути, що обирають вони для себе. В этом году сложилась уникальная ситуация, когда, в общем-то, остались там буквально одна-две страны, куда можно ездить, и среди них это Турция. И сейчас, наверное, ну, я не знаю, наверное, все, кто как-то маломальски занимается активным отдыхом, поехали в Турцию, на Арарат, в горы, к морю. Это замечательно. Мы когда ходили на Арарат этим летом, ну, мы не могли никого встретить, кроме наших украинцев. Угу. Просто идет... Оце звідти, чи це не звідти? Да, это вот базовые лагеря Арарата, это вот мы на вершине. То есть кругом была украинская речь, кругом наши люди. Такое ощущение, будто мы никуда и не уехали. Да. Ну все, бачите, як добре. Вже знайшли місце. А вам там, до речі, сподобалось? Ви часто бували? Ну, я там был не часто. Не могу сказать, что это самые красивые горы в мире. Они довольно такой однообразный пейзаж, как вы видели. Нет там ледников, практически там нет лесов, морей и рек. Это такой вулкан. Ну, по-своему тоже красиво. И думаю, что тоже стоит покорить. Гора очень известная, знаковая, Арарат все-таки, там, где наш ковчег якобы был. А это побережье Турции. Ну, всем знакомое, там, надеюсь, были, наверное, каждый второй украинец. Ну, на море когда-то так, был в Турции. Море, да. Море, це ж взагалі перше, мабуть, а потім вже для тих поціновувачів гір, гірських вершин, то вже друга. Ну, вже не все знают, что Турция богата горами, эти горы очень похожи на крымские, там действительно обалденно красиво, и действительно там есть все. І скали, і ліса. Ну, для вас же треба, щоб це вже був інший рівень, як то кажуть, щоб там були перешкоди, перепони, щоб їх долати. Ви маєте таку потребу. Це вже все ну, на все життя. Ну, скажем, это скорее не потребность, это же, как известная пословица, альпинизм – это образ жизни. Это желание человека что-то совершать новое, какие-то преодолевать трудности, какие-то испытывать сильные эмоции. И в этом плане горы, конечно, незаменимый вид отдыха. Я тут специально сказал, что это вид отдыха. Немножко люди путают с альпинизмом. Но на самом деле альпинизм – это что-то уже совсем запредельное. Больше всего мы ориентируемся на хороший, активный отдых в горах. Угу. То есть когда человек не рискует жизнью, а в общем-то он прежде всего знакомится с природой. И прежде всего у него есть естественные трудности, ну как там нагрузки. Угу. А и очень важно в горах – это, наверное, все-таки встреча с людьми, встреча с природой. А уже потом риск. Так, але ж ви обираєте для себе такі вершини, які досить таки небезпечні. Тобто в своєму житті ви підкорили, яка от була найбільша для себе, вас? Да. Для себе, звісно, я стараюсь щось брати, щось трудне, щось на пределі своїх можливостей. Але для наших телезрителей, наверное, більше цікаві ті гори, які доступні, ну, якщо не всім, то майже всім, всім здоровим фізичним людям, яким цікаво в горах. І для цього існує у нас велика структура всяких клубів, всяких секцій, фірм, інструкторів, які можуть цей відпочинок вам обезпечити. Вот. Ну, до речі, у нас в Дніпропетровську вот скоро відкривається школа альпінізму, де можна отримати якісь начальні навики в цьому ділі. З якого числа це ви вже будете працювати? Вот, буквально 26 ноября у нас буде перше наше собрання, встреча з тими, хто желає спробуватися в цьому ділі. Вот. А скажіть, будь ласка, якщо людина хоче і хоче поїхати вже взимку, наприклад, в Карпати, а дуже багато людей, які хочуть саме взимку побувати в Карпатах, то якраз можна за 2 місяці підготуватися? Чи ні? Да, чи цього Карпати, не досить? Наверное, це найкращий, найщадящий варіант, з чого почати.
Горы невысокие, но есть там свои сложности. Зимой они гораздо сложнее, чем летом. Это действительно уже такой серьезный напряг, нужно уже иметь искру подготовку. Есть там чего бояться, там бывают сильные ветра, да, бывают сильные снега, и даже сходят лавины. Поэтому, конечно, лучше пойти первый раз, если это ваш первый выход в горы, с людьми знающими, которые там бывали. А какие-то навыки, да, їх можна отримати в нашій альпіністській школі. Ну, за два місяці можна це зробити, підготуватися? Ні, за два місяці невозможно це зробити, але ви познайомитесь з тими людьми, які там уже в горах Карпатах вам допоможуть це зробити. Ага, тобто все на місці, поступово. В основному, ну, невозможно заочно изучать гори. Я розумію, але ж підготуватися, хоча б мати уяву, як підніматися, яке знаряддя потрібно. Про одежду ми розкажемо, як себе не замерзнути горах, как спасаться от холода, как себя питьевой режим. Ну, вот ось якраз зимові фото ми вот такі там услові, коли дійсно ветер, дійсно оледенення буває. Ну, з другої сторони, це красота. Це ж Карпати, так? Да, це Карпати, це наші Карпати, куди я дуже советую хоч раз побувати зимою. Вони абсолютно не схожі на літні Карпати. И впечатление останется масса. Буквально там 3-5-дневный поход оставит массу впечатлений. А где вы там ночуете? Чи є такі, такі перевали, ті пункти, куди ви дійшли і спокійно заночували? Мы как бы немножко разделяем на таких два направления. Один более цивильный для тех, кто первый раз попал в Карпаты. Они ночуют в обычных приютах внизу, там лазечники, казмещики. И есть вариант для больших экстремалов, которые хотят уже хлебнуть по полной. Эти ночують в палатках. Да, эти ночують в палатках. Добряче. Эти мерзнут, эти страдают, эти там мучаются, уставшие, избитые, голодные возвращаются в лагерь. Ну, в конце концов... И счастливі, так. Да, и счастливі. Можна сказати, що такі пейзажі, якщо бачити, то оце, мабуть, варто того, щоб прокинутися зранку. Я скажу так, скорее пейзажи – это та замануха, которая привлекает людей первый раз в горы. На самом деле там не до пейзажей. Так. Когда идешь с рюкзаком, тебе холодно, и там где-то что-то не так, где-то ты натер свои ноги, то тебе уже, конечно, главное дойти до спуститься. Так вы зараз відіб'єте бажання тих, хто хотів. Я хочу рассказать, что люди ходят в горы не только ради пейзажа. Все-таки самое ценное – это те люди, которые вы там встретите. Это возможность преодолеть себя, это все-таки возможность получить те сильные эмоции. Как ни крути, все эмоции связаны с риском в основном. Ну, так уж заложено в природе человека. Все, что... И можно проверить людину, яку ты берешь с собой. Да, да, да. Как пел Высоцкий. Так. Да, друга в горы возьми, рискни. Угу. Есть такое. Поэтому я рекомендую. А пейзажи, это, конечно, само собой приложится. Никуда це не денутся. Это уже, когда вы подкорили вершину, вы уже там на горе, то уже можно фотографировать. Вы конечно, на эмоциях. Да. Бывает такое, что не до фотографий даже. Не до фотографий? Бывает, да. Как вы проверяете людей? Чи бачите вы людину одразу? Так, с цією я пойду, а вот тут краще. Ну, вот, потому что Высоцкий и пел, что пока в горы не возьмешь. Не вот зрозумієш. Самый лучший способ, еще есть очень интересный афоризм, альпинизм – школа замужества. Есть такое, ага, да. Ага, это для хлопцев и девчат, которые да. хотели вот бы. Там, конечно, человек проявляет себя в полной мере. И это одна из таких ну, прекраснейших свойств альпинизма, что тут ты ни за кого не спрячешься, здесь действительно нужно помогать. Есть такое, наверное, очень интересное слово «со». То есть сопереживать, совместно, содружество, все это там есть. Угу. Когда мы как одна команда работаем. Треба, щоб люди тут, мабуть, на місці познайомились, не один раз сходили в подорож, в похід, ну, а вже потім в гори. Я не думаю, що обов'язково познайомитися здесь. Ну, може бути і сюрприз. Главное, чтобы было бажання. Огромное желание пойти в горы. И какой-то вот преодолеть этот первый шаг сделать. Люди бывают боятся сделать первый шаг. Думают, а вдруг будет очень тяжело, а вдруг я не смогу. А вдруг там надо мной будут смеяться, там, я что-то там не сумею. Вот это останавливает людей. На самом деле бояться не нужно. Там такие же новички, такие же первый раз, и также все идут первый раз и боятся. Ну, пане Андрію, а для того, щоб люди вже остаточно вирішили і знали, скільки людей треба мати в команді, аби туди йти? Бо ми не можемо не сказати зараз про те, що бувають такі випадки, коли йдуть, наприклад, вдвох або йдуть втрьох і наражаються на дуже серйозні небезпеки. І тоді якраз вони можуть потрапити і під сніг дуже серйозний, так, і залишитись з...
там, чи опіками, якщо це влітку, наприклад, якщо дуже серйозне сонце, вони піднялися так, і вони бачать, що є проблема, і десь отримати травму, і так далі, і так далі. Тобто в таких випадках треба розуміти, як вам іти в гори. Ну, звісно, перший раз, я вже говорив, потрібно все-таки пойти з опитним чоловіком. Вдвох навіть можна піти? Даже, може бути, вдвоем, якщо ваш второй товариш – опытный турист. Ну, во-первых, якщо что-то реально опасно, он просто не пойдет. Ведь сейчас есть вариант легко посмотреть погоду. Сейчас есть GPS-устройство, которое помогает вам не заблудиться. Есть снаряжение специальное. Все это существует, и бояться не стоит. Тем более, ну, Карпаты все-таки, да, там бывают лавины, бывает опасно, но если с вами есть опытный человек, он просто в эту халепу преднамеренно лезть не будет. А будет вас двое или трое, это уже не так важно, скажем так. Ну, конечно, безусловно, я сторонник ходить всегда компанией. Чем больше компания, тем веселее, тем больше будет друг друга вспоминать, тем больше у вас будет встреч. Но все-таки ходить одному вдвоем – это не наша тема. Що треба взяти обов'язково в похід, в подорож? Это очень долго можно рассказывать. Ну, те, без чого взагалі не обійтися зараз. В поході? Ну, наверное, без головы. Это правда. Это есть такой общеизвестный термин, афоризм уже, что в горах самое главное не забыть нашу голову. И тогда все, ну, как бы сказать, везде нужно определенные... Это вот очереди на Эверест, как ни странно. Да, это очень интересная тема. Многие думают, что Эверест что-то сверхсложное, но на самом деле это небольшое такое уже Ничего превратилось. Себе не Сколько людей много пошли? Да, видите, вот это огромное количество людей, их нужно как-то упорядочить. Как-то... Это ваша задача, ваша не заслуга. Не наша, слава богу, пока не наша. Мы только ходим вот на Гаверлу, на Эльбрус. Ну вот это показывает, насколько велика тяга людей в горы, что даже невзирая на то, что там существуют вот такие очереди, существуют огромные цены. Люди все равно йдуть в гори. Ну, все одно, ви ж людей збираєте. Це да. Задача, мабуть, тренера-інструктора, який може згуртувати, який такі настанови кожному дасть, щоб людина взяла і голову, як ви кажете, обов'язково, так, і все, що необхідне. Ну, роль тренера дуже велика. Я даже сказал, что не столько, ну, конечно, то, что он помогает, само собой, организовать поход, он как бы должен вселить в себя уверенность в людей, что есть в команде человек, который всегда тебе поможет. Что бы ни случилось, есть тот, на кого ты можешь положиться, он тебя либо отсюда выведет, либо он предусмотрит этот случай, либо он тебе подскажет, как правильно сделать. Вот эта уверенность – это самое главное в инструкторе. Вот. Если такой человек есть, ну, прекрасно, на с ним можно идти. А дівчата, да. До речі, як вони себе поводять? До речі, кажуть, що дівчата в деякий час от, показують себе краще, ніж чоловіки навіть. І зараз дуже є багато прикладів, коли дівчата вже не такі, а вони сильні, розумні, вони йдуть і не бояться нічого. Я думаю, что девчата, они по своей природе более романтичные создания. Вот. Они, наверное, в первую очередь туда идут за какой-то романтикой, опять же, за какими-то переживаниями. Парни более прагматичные. Вот. И поэтому, как правило, если в группе нет девушки, то как-то ну, не так и весело. Я считаю, что это обязательно, как и в любом коллективе. Ходить чисто мужской компанией, а тем более чисто женская, это, по-моему, нонсенс. Звичайно. Вот. Ну, я пока не замечал, чтобы какие-то были проблемы. Всегда есть в группе и те, и другие, и это прекрасно. Да. С приводу детей. Чи беруть батьки детей с собой? Ну, зимой, конечно, вряд ли. Ну, опять же, если там ребенку лет 10-12, то можно. Ну, как правило, конечно, это уже летом. Угу. Вот. Ну, принцип от простого к сложному, он применим и к детям, естественно. Да. Но я вам скажу интересную вещь. Очень многие дети альпинистов, альпинистами не становятся. Вот такая Чем печальность. Я не знаю, как это объяснить. У меня очень много знакомых, у которых есть дети. Они известны там КМС и мастера спорта. Но их дети альпинистами не стали. И у меня тоже у самого есть дочка и сын. И я их пытался приглашать в горы. Когда они были маленькие, они еще ходили. Но сейчас, боже упаси, они бачите, не хотят. Может, вы не побачили, что... Я не знаю, как это объяснить. Вот, знаете, есть пословица «природа на детях отдыхает». Может, они в чем-то другом будут талантливы. Да. Может, внуки захотят в горы ходить. Ну вот, есть такой факт. Увы, от него нельзя откреститься.
Діти не дуже люблять гори. Ну, взагалі, мабуть, це трошки спорт. І тим більше, якщо вони бачать, що тато інструктор, що тато стільки зусиль витрачає для того, щоб підкорити ту вершину, то, мабуть, вони пишаються що, тим, що робите ви. А тут повторити чи стати кращим вже ніхто не думає, бо то, мабуть, складно. Може бути, це як-то потім в них проявиться. Я ведь теж прийшов в альпінізм не зі школи. Я уже был студентом, когда попробовал горы. Но я знаю, что для всех моих друзей вопрос вообще не стоял. Как только мы узнавали, что существуют какие-то секции, существуют горы, мы сразу туда бежали. Вот. Это, может, какое-то врожденное чувство бродяжничества, какое-то врожденное чувство что-то преодолевать, что-то узнавать. Ну, наверное, все-таки не у всех есть, я не знаю, трудно сказать. Ну, факт есть факт, да. Ну, наостанок, да. Хочется от вас почути все ж настанови вже новичкам, тепер для глядачів, новичкам, да. Так, щоб вони не передумали, не зважаючи на труднощі, пішли в гори. Значит, уважаемые глядачи, в первую очередь, если вы уже решились идти в горы, вы должны выбрать для себя, где вы получите какие-то основы этих знаний. Тогда вам сами горы придут гораздо-гораздо легче. Многое от того, что вы сейчас кажется вам очень сложным, окажется простым. А то, что на самом деле вы не подозреваете, окажется сложным. Поэтому всегда надо начинать с хорошего инструктора, с небольшой школы. И тогда вы прекрасно в хорошей компании начнете свой путь в альпинизм. Пане Андрію, дуже вам дякую. Настільки класні настанови, що мені самі захотілося піти в гори. Обязательно. І хочеться спробувати, можливо, з якихось низеньких тих... З гавірли. Так, тих гір, да. В які ходили вже стільки там років люди, знають, як це робиться. А потім переходити вже до складніших-складніших етапів, які допомагають нам сконцентруватися, бути сильнішими. І насправді ми пізнаємо себе. Тим, що ми долаємо такі перешкоди. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Хочеться побажати вам дуже гарного понеділка. Зустрінемось завтра о 13:30. До побачення. До побачення.